Если у вас небольшая лодка и вам случается ходить на ней в темное время суток, тогда посмотрите это видео. Мы сняли его специально для вас. У меня в руках топовые огни от тайваньского производителя Esterner. Данные огни одинаковые, различие лишь в креплении их на лодку. Модель 15277 предназначена для лодок ПВХ и крепится на борт лодки с помощью специальной платформы. Модель C15272 крепится к трансу или борту лодки с помощью струбцины и имеет мачту. Осветительный блок полностью автономный и работает от 3 мизинчиковых батареек. Давайте рассмотрим каждую модель более подробно. Это заводская упаковка. Именно в таком виде товар находится на нашем складе. Комплект составляет осветительный блок и комплект для монтажа. Специально для вас я соберу этот фонарь и покажу, как он работает. Предварительно вам необходимо приклеить платформу на борт вашей лодки. Теперь давайте займемся этой моделью. Как вы видите, у этой модели два способа крепления. Это работает следующим образом. Можно закрепить так, либо вот так. И второй способ. Вы крепите специальный крепеж к трансу лодки. Также с помощью двух нержавеющих саморезов. Вставляете штангу и с помощью барашка фиксируйте ее. В описании нигде не указано, но для вас я измерила. Длина конструкции 64 сантиметра. Теперь о том, как это работает. Сначала вам необходимо будет приобрести 3 мизинчиковых батарейки в комплект. Они не входят. Как вы видите, данный фонарь кругового света. Его задача – обозначать ваше присутствие на акватории. Фонарь герметичен и выдерживает дождь и попадание брызг. Под рассеивателем находятся светодиоды и конусный отражатель. И все это замечательно работает. Хочу отметить, что в нашем интернет-магазине вы сможете приобрести ходовые огни в таком же корпусе.